Сегодня Нагорный Карабах вернулся в состав Единого Азербайджана. И я от имени Чеченского национально-освободительного движения United Force хочу поздравить от всей души азербайджанцев с этой великой победой и восстановлением исторической справедливости. Напомню нашим соотечественникам, что чеченцы в трудные для нас времена получили поддержку от Азербайджана, от его политического руководства и радушный прием от самих азербайджанцев. Мы не забудем эту помощь Азербайджана. И хочу также отметить роль президента Азербайджана Гайдара Алиева, который проявил политическую волю и посмел в тот сложный период, когда все отвернулись от чеченцев, открыто поддержать нас в нашей борьбе за нашу независимость. Мы благодарны вам за это и радуемся с вами вашей победе, так же, как и вы сегодня. Также хочу отметить, что ваша победа дает надежду всем кавказцам в том, что они смогут своими силами, приложив свои собственные усилия, разорвать тот порочный круг конфликтов, который устроила на Кавказе колониальная политика России. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.